Друзья, я к вам с новостью. Партия «Новые люди» запустила всероссийскую программу по оздоровлению населения, причем детского населения даже, можно сказать. Эту программу поддержали в Госдуме и представители здравоохранения, и другие медицинские эксперты. В общем, мы с вами можем поучаствовать в этой социальной акции по витаминизации детей до 3 лет. Что для этого нужно? Для этого нужно найти мамочку, у которой есть ребенок до 3 лет, чтобы на момент начала этой акции, а акция начнется с 10 июня и продлится по 31 июля, чтобы ребенку не было еще 3 лет. Такой мамочке мы открываем, во-первых, личный кабинет в Faberlic со скидкой, да, и дарим вот эти вот детские витаминки D3 совершенно бесплатно. Мамочка со своим ребенком эти витамины пробуют, используют, употребляют. Мамочка понимает, насколько хороша продукция Faberlic. А у нее уже есть кабинет, где она может воспользоваться скидкой на всю остальную продукцию. Наша задача мамочке рассказать, что в Faberlic есть не только продукты для здоровья, для взрослых и детей, но и продукты личной гигиены, например, как для взрослых, так и для деток тоже. Товары для уборки дома, что особенно важно для семей с маленькими детьми. Ну и что вся эта продукция у нас безопасно, гипоаллергенная и так далее, и так далее. Ну и недорогая сравнительно. Никто с этим, я думаю, спорить даже и не будет. Значит, как мы получаем эти витаминки? Все консультанты или покупатели, у которых статус 3% уже есть, ну, то есть 100 баллов и больше. 100 баллов эти могут быть не только ваши личные покупки, но и покупки ваших людей, которых вы привели в Faberlic, ваших друзей, знакомых, родственников. У нас есть такие покупатели, которые дали доступ к этой продукции своим дорогим людям. Вот вы со своей компанией людей, если делаете 100 баллов в 8-м каталоге, то с заказом, который вы сделаете в 9-м каталоге, ну, подав заявку на участие в этой социальной акции замечательной, сделав заказ в 9-м каталоге, вам пришлют вот эти вот витаминки. Чем больше статус, тем больше витаминок вам пришлют. Если у вас нет 100 баллов, нет 3%, вы все равно можете участвовать в этой акции. Но только для этого вам нужно будет обратиться ко мне, потому что мне пришлют этих витаминок много, и я смогу с вами поделиться. Ну, конечно, не так много, но все же. Ну и кроме того, у нас будет еще задача за эти витаминки отчитаться. Каким образом? Мы просто через специальный бот отправим номер покупателя этой мамочки, которая захочет взять у нас бесплатно витаминки, номер свидетельства о рождении и дату рождения ребенка. Все, чтобы компания знала, что эти витаминки пошли именно конкретному ребенку. Так что, друзья мои, кто хочет поучаствовать в оздоровлении наших деток, милости просим. Либо сами получайте эти витамины, либо обращайтесь ко мне. Акция начинается с 10
июня, раньше 10 июня регистрировать, заводить кабинеты мамочкам вот этих вот деток не надо, и они не получат витаминки, если вы их зарегистрируете раньше 10 июня. После 10 июня зарегистрированные мамочки получат витаминки. Будут вопросы, пишите.